начинаю нашу пресс-конференцию. Сегодняшний матч «Смоки» Минск и «Зенит» закончился со счетом 90-74 в пользу команды из Питера. Представляю вам тренера команды «Зенит» Ксавьера Паскуаля. Please, coach, your comments on the game. Hello, everybody. First of all, I want to wish all the best to Smoky for the rest of the season. I think it's one team with excellent coach, one team well prepared. And today they show that they can play very well. I think they did very good job, very good game. For our side, I think we start the game with a lot of open shots that we didn't score. This was important on the beginning of the game. In general, on the first half, we didn't score some open shots that usually we have to score. But in the second half, we improved a little bit our offense. This is why we scored 25 and 25. And we finished with this important win for us that is coming after 1 February that we didn't play even one game at home until now. All the February we play away, a lot of games away. And now we will have time to recover a little bit and to prepare well Barcelona. Thank you, coach. Thank you. Congrats on the victory. Thank you.
представляю вам тренера команды Смоки Минск Ростислава Вергуна. Тренер, пожалуйста, ваш комментарий по игре. Сегодня мы встречались с очень организованной и качественной командой, сбалансированной во всех линиях. И была хорошая возможность попробовать себя против соперника такого уровня. Местами у нас получалось, но, наверное, долгая пауза все-таки сказывается, и очень тяжело поймать такой качественный ритм. Плюс физически, наверное, мы не на 100% готовы, чтобы поддерживать интенсивность, скорость и давление, агрессивную защиту, которую хотелось бы видеть. Но, конечно, не показывая свой лучший баскетбол, сложно рассчитывать на положительный результат против «Зенита». И если возвращаться к статистике, наверное, 17 потерь, мы должны половину убрать, фолов нападения и ситуации, когда в преимуществе мы принимали не самое лучшее решение. Поэтому поздравляю соперника. Хорошая почва для размышления, для прогресса. Я рад, что удалось задействовать нового молодого игрока. Я надеюсь, что этот опыт ему пригодится в будущем. Спасибо. Спасибо, тренер.